что ты с этими лаптями-то возишься? Ни раньше, ни позже в Авдеев день его приспичило. Надо ведь еще топор наточить, да поставить его возле двери. Сегодня ведь знаешь, Авдеев день, вся нечисть шныряет по двору. Связался он с этими лаптями. Катерина, ну что ж ты все спешишь-то, а? Топор уже давно наточенный. Сейчас мы с лаптями закончу и пойду. А избу отстукивать еще и зять-то не приехал. Ух ты, Петя, ладом его заставь, чтобы он и сарай сходил, и на чердак сходил, и в чулан сходил, чтоб везде серпом избу обвел, и скотину чтоб нашу сберег. Ох, Авдей, родитель, спаси и сохрани хозяйство наше и семейство наше от нечистой силы. Спаси и сохрани, спаси и сохрани. Вот запричитала, а? Ты вон лучше за стряпней своей смотри, да пироги в печи не сожги. А то дети-то приедут ночевать-то вечерить. А у тебя и подшивать-то нечем. Мало, нечем подшивать. Да ты погляди, сколько я уж всего изладила. С утра не сплю. Вот еще сейчас блинов допеку, да в погреб схожу с заметком, да вареницем. А ты пойдешь на улицу, залезь на голубницу, мне богородской травы блошнички достать. Уж больно наш зятек-то чай любит с травами. Да скотине сразу надавай засветло, а то ведь знаешь, нечисто шныряк, себе заберет еще тебе. Да помню я, что-то ребят долго нету, ой, пора нет. Бы уж. Да уж, темно. Ладно, я на улицу пошел, посмотрю, а ты тут давай на стол накрывай. Ну ладно, поди давай, поди. Зари-то узореньки, но душой, и он тебе ответит тем же. И тебя, Ксюшенька, это касается тоже. А то привыкла Гордеем туда-сюда его помыкать. А надо ведь просить, а не приказывать. Вот. Ой, мама, постоянно ты зятя своего защищаешь. Нормально я с ним. Девочки, а я салат новый привезла. Куда вот он? Сколько всего? А я любимый компот. Мам, а Авдеюшку-то одевать будем? А Гордей-то у тебя согласен? Раз надо, значит надо. Ну, конечно, будем. Ведь еще и Анисья придут. И их еще ждем. У них ведь зятевьев-то нет. А избу им обстучать надо. Ух ты, как здорово. Я так твоих и папиных сестер давно не видела. А Ольга-то Анина тоже будет? И Ольга придет, и Света придет. О, весело будет.
Поболтаем, попоем. Ой, ну да слава Они Богу. Они такие пивуни. Правильно, попоем. А давайте, дочки, мы этот стол туда в горницу унесем. Давайте. Не будем же мы на кухне сидеть. Все, девочки, давайте вот сейчас тут чаю нальем. Здоровые! О, темненько. Доченьки, добро жаловать, бабоньки, там располагайтесь. Здоровые. Располагайтесь, проходите сюда, мы уж тут все накрыли. Айдайте сюда, скорей. Ну-ка, девоньки, давайте, давайте, горяченького несите. Привет. Ой, здравствуйте, добро жаловать. Идите, девонька, горяченькое занесите. Горяченькое, дайте, садитесь. Вот, садитесь тут, давайте. Вот они, вот картошечка горячая. Ой, давайте, угощайтесь. Чай горячий. Ой, вкусный. Угощение, да девки поди вкусно готовили. Ой, давайте, угощайтесь, угощайтесь. Ой, а где это сегодня много работы-то? Да уж, пока накормим, пока оденем. Ох, не пропасть бы опоздавши-то. Давайте, угощайтесь всем, чем Бог послал. Давайте, угощайтесь. Ой, какой салат-то вкусный, Иришка, ты поди готовила. Да, вот сделала попробовать. Понравится, так на Новый год на семейный ужин еще раз сделаю. Вкуснятина какая. Ну, теща, блины и чай у тебя отменные. Не перехвали. Твоя Таксюха, она теперь еще тоже знатная хозяйка. Пироги-то посмотри, как с картинки. Ну, у Ксюхи-то все вкусно. А чай такой только у тещи. Отец, а ты приготовил для Авдея косу да топор? Да давно уже все тут. Приготовился, глянь. Ну, хватит подшиваться-то. Губы закрываем, рот вытираем. Про Авдеюшку вспоминаем. Друг друга обнимаем. А теперь Авдей, иди Петю одевай. Ну что, Галей, пора. Пора. Ну, ой, девоньки, что я Авдею в дорогу-то положу? Давайте-ка я ему конфеточек сладеньких с сахарком. А я положу оберег от нечистой. А я положу веточку калины с ягодками. А я травы богородской. У-у-у, сколь наложили, обожди-ка. Ну-ка, все ли положили? А я Авдею положу табаку. Да ты че? А я вот пирожок в дорогу. А я бутылечек с номерами. Ой, веселенько. Что надо? Ну, Авдеюшка, давай надевай. Я, Авдей, всех смелей. Пришел семью уберечь, да добра наберечь. Вы меня проводите, да за мной не ходите. Слушайте по стуку моему, где я иду. По четвертому углу стукну. Дверь оттоплите, меня пустите. Топор в правую руку. Косу сломанную в левую руку. Сгину. Сгину, не жалейте. Вернусь, пригрейте. С Богом! Ой, что, бабоньки, дайте за плечо, присядем еще маленько. Что притихли-то? Спели бы хоть что-нибудь, что ли? Света, ты знатно поешь. Давай, зачинай. И то верно. Глядишь, нечисто заслушается, так и меньше на пакости. А мне сегодня много дворов обходить надо. Катерина-то везет, у ней зять есть. А у нас-то ведь еще нет. А добро-то уберечь надобно. Да. И то верно. Скоро-то не вернуться, а дожидаться-то надо. А то как домой-то пойдем? Ой, не говори, страшно. Да за рукоделием, да песнями время проведем. Ой, Степушка, ты сегодня за печкой-то смотри. Давай. Отец много дров там приготовил. Да вот. Давай-ка, возьми балалайку, да споем частушку. Ольга, запевай давай!
тянула. Чистушками-то. Мам, а почему сегодня на улицу выходить нельзя? И что это такое? Дом топором обстукивает? Вот ведь девка-то городская не знат. Сегодня Авдеев день. Во двор вся нечисть собирается. По двору по всем углам шарит. А кто во дворе ходит, с собой забирает. Ой, а хорошие-то хозяйки с утра все пекли, на стол накрывали, да в церковь несли. Вот. А я вот ем пироги-то и говорю, ты уж, наверное, ранехонько с утра встала, да все наготовила, смотри, сколь набахала. Ой, да не говори. Святой Авдей, родитель, покровитель благоденствия, в семье защитник, дом от посягательства и нежити. Авдей на пороге и семья в покое. Оберег от нечисти это топор, коса, серп и другие острые предметы. С топором обходят избу и обстукивают со всех сторон, стучат в двери и в оконца. Вот, поняла? Поняла. Вот, а давай нашу песню еще любимую споем. Давайте платочек споем. Платочек, платочек, платочек. Знаешь? Давай, ты, Степушка, давай. Начинай, а мы тебе подтянем. Давай. Начал, топор наточил, да литовку сломанную серпом из амбара вытащил. Ой, мужички, горячие. А наш Авдей косу во дворе поставил, чтобы нечисть не прошла. А если пройдет, так об косу ноги обдерет. Ох, Витя. Вилы у входа в клев поставил, чтоб нечисть скотину не нашла. И про топор не забыл, за дверью сенок оставил. Если пойдет, и там ноги обдерет. Молодец, какой молодец. А я чула-то топор или
Нож ложат под кровать беременных женщин или под люльку дитя, чтобы сглазить с нечистью всякой. Благо у нас нет таких. А вот девочки-то у нас молодые, а лошадь порадовится. А моя мама топор на чердак ставила возле двери, чтобы нечисть через трубу удобнее пробралась. А я когда с дедом табун пас, то видел, как он с топором в руке обходил стадо несколько раз и говорил, что это защищает домашнюю скотину от сглаза и от диких животных. О, видал, что топор творит. Ну что сидим балакаем-то? Дождались Авдеюшку-то, пора и под своим двором идти. Пора, наверное, да. На улице такая метель, никуда выходить не хочется. Ой, метель, это очень хорошая примета. Значит, год-то урожайный будет. Да, Гневки, вам что на улице-то делать? Вон дома оставайтесь, матери помогайте, да со стола убирайте. Вот-вот, снег идет, ветер сильный. Значит, зима долго будет, холодный. И весна тоже такая будет. Вот что? Выходим, бабушки? Выходим, наверное, выходим. Благодарствуем, хозяйка, за хлеб на соль. Спасибо, что пришли. Спасибо, бабушка, что пришли. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Рады были повидаться. Почаще бы надо встречаться. До встречи! Пора!